сказать еще раз о... Это сговор? О Белорусско-Британской палате? Of course. Извините, зебра, обращайтесь за ним. По знакомству мне досталось вот такая вот, такой вот приз. Но на самом деле все по-честному. Мел, в принципе, уже рассказал, что собой представляет Британо-Белорусская торговая палата. Кстати, слова промышленное нету. Это моя вина, моя. То есть официальное название British Belarus Chamber of Commerce, по-русски Британо-Белорусская торговая палата. Некоммерческая организация, подобных двухсторонних палат по всему миру достаточно много. В Европе, в каждой стране есть такая двухсторонняя палата, британо соответствующая. Например, если взять британо-французскую или британо-немецкую палату, то и количество членов, которые входят в эти палаты, измеряется сотнями. Ну, еще просто два факта. Это то, что палата входит в состав такой ассоциации КОПКО, это Council of British Chambers of Commerce in Europe, которая объединяет подобные двусторонние палаты в более чем 50 странах европейских. Соответственно, есть выход на любую страну в Европе через эти контакты. А эти палаты двусторонние, которые под зонтиком КОПКО располагаются, входит более 10 тысяч только британских бизнесов. А уж если мы говорим о местных, локальных, то их количество еще в несколько раз больше. Поэтому палата представляет уникальные возможности для бизнес-контактов. Вот мы каждый последний понедельник месяца проводим networking event по соответствующим адресам, ладно, меньше рекламы. Так что ждем вас в гости. Вам нужно больше. Расскажите, где проходит. Хорошо. Это проходит, еще раз, каждый последний понедельник месяца. Паб Molten Hops, это улица Забитская. Адрес? 9. Хорошо, 9. Это рядом за Дворцом Республики, совсем недалеко. Так что мероприятие неформальное, никто никого не требует приходить в смокинге, бабочке и вечернем платье. Что касается языка мероприятия, то он как английский, так и русский. Так что те, кто владеет хорошо английским, будет возможность пообщаться с теми, кто... Например, те, кто... и его улучшить. Те, кто совсем не говорит по-английски, ему придется общаться вместе со мной. Но я думаю, это не худший вариант. Так что милости просим, будем рады всех видеть. Спасибо. Разыграем дальше. У нас...